Первый зампред Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Лариса Лазутина поздравила сотрудников детского сада номер 29 с Днем Воспитателя. К поздравлениям присоединились одинцовские партийцы Павел Чемурлиев и Ирина Горобарчук. Напомню, в дошкольном учреждении была проведена капитальная реконструкция. Теперь здание полностью соответствует современным стандартам. Кроме того, детсад оснащен необходимым оборудованием, мебелью и игрушками. В нем сформировано 5 групп. Они рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет.